Всем привет! С вами Андрей. Сегодня хочу сделать такой небольшой влог на этот вот дом, в котором мы живем. Снимали мы его около где-то 5000 плюс-минус. Дом бревенчатый. Это уже дома таких старых видов постройки. Не знаю, его строили, наверное, скорее всего, недавно, так как видно то, что бревна еще не старые такие уж сильно. Столбы вот эти вот, на которых стоит терраса сама, терраса, это уже видно, что столб, по-моему, недавно. Фундамент также видно, по-моему, тоже недавно. Вот, даже сейчас пройдем, посмотрим фундамент. Фундамент, вроде бы, фундамент недавно. Наверное, заложили, но я точно не знаю. Ребят, напишите в комментарии. Что вот это, шерсть овцы? Под бревна тоже делают, или что это такое? Вот это. Также у нас вот здесь досточки есть. Вот такие досточки, спил, наверное, спилорама или откуда-то. Напишите тоже в комментарии, для чего эти доски и что из них можно сделать, из этих досок. Также вот срезки тоже с пилорамы лежат. Здесь кирпичи у нас, ванна. Вот тут вот у нас Федор лежит, отдыхает. Вот он, Федор. Федор, отдыхаешь, да? Отдыхаешь, да, Федор? Да, ты отдыхаешь, да? Отдыхаешь, понятно. Ладно, отдыхай, Федор. Федор у нас, видите, ребят, отдыхает. Лежит. Федор наш. Также такая вот большая площадь по всему периметру дома, забор. Как видите, там вон ворота. Для машины, для любой, для газели, там для какой-то машины. Столб здесь стоит. Обязательно тоже пишите в комментариях. Вот эти вот досочки спил, спилорамы, обрезки вот эти, куда их можно, что из них можно сделать хорошего из этих досок. Так что пишите в комментарии обязательно. Передаю огромный привет Дмитрию Демину, его девушке Яне также передаю. Что еще вам можно показать? Как вы можете видеть, здесь вот два окна, это зал у нас расположен. Дом можете видеть вот этот. Кстати, напишите в комментарии еще, для чего вот этот утеплитель лежит. Его сначала утеплителем обивают, если я правильно понимаю, его сначала утеплителем обивают, потом сверху, может, чем-то, или не обивают сверху, потом сайдингом можно его обить, так или нет. Обязательно пишите в комментариях, как правильно обивается дом, и напишите в комментариях, для чего вот это делаем, бетонная труба вот это, для чего. Пишите тоже в комментариях. Здесь вот будочка была. Или что-то здесь, может, цыплят каких держали здесь вот в сеточках, забор. Также вон там вот. Как видите, тоже вот обивали. Тоже обито. Утеплителем вот таким. Здесь водяной счетчик стоит. Бревна лежат, из них, наверное, тоже что-то хотели сделать, но не доделали, я так думаю. У нас вот здесь собака была, когда мы сюда заехали, но потом с цепи сорвалась и убежала. А сейчас она не отдается ни в какую, просто ни в какую. Обязательно пишите в комментариях, ребятки, что приготовить. Обязательно пишите в комментарии, что приготовить, какие блюда готовить.
Будем прислушиваться, буду читать ваши комментарии. Что-то будем готовить, записывать. Так что пишите в комментарии. На этом, я думаю, наш обзор заканчивается. Ну а вы обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите свой комментарий, что приготовить, какие блюда, тому подобное и так далее. Ну а я заканчиваю на этом мой видеоролик. Всем огромное за подписку. Всем спасибо, кто ставит лайки, кто поддерживает. Всем удачи, всем пока!